Маршруток с номером 19 не станет в Магадане 3 августа. Это связано с резким снижением пассажиропотока. Перевозчик терпит убытки и вынужден приостановить работу до 1 сентября. Для сравнения, еще в феврале-марте этим транспортом воспользовались более 6 тысяч человек, а в июне всего 877. Мы делали тщательный анализ. Несколько недель мы запускали туда контролера. Вот. В среднем мы, конечно, выяснили, что да, вот многие люди действительно пользуются всем маршрутом, то есть они не выходят где-то там на автовокзале или еще где-то, они едут действительно от конечной до конечной. Вот, то есть, вот, грубо говоря, там порядка 100 человек перевозится в день за 4 кругорейса. Вот, и, конечно, этим пассажирам будет не очень удобно, потому что им придется пересаживаться на другие маршруты. Вот. Но, тем не менее, в связи с такой ситуацией, вот мы вынуждены были пойти на такой шаг. 1 сентября мы поставили как не только потому, что там школы, там отпуска и так далее, еще мы ориентируемся на действия ограничительных мер, да, введенных постановлением правительства Магаданской области. Пока меры эти частично продлеваются, вот, и мы решили, что перевозчикам, что я думаю, что в сентябре пассажиропоток будет возрастать и, соответственно, больше шансов, что будут отменены ограничительные меры. И больше людей, соответственно, будут пользоваться автотранспортом. Напомним, на маршрутном такси номер 19 можно было добраться от бани до горнолыжной базы. Теперь тем, кто едет до базы, нужно будет на автовокзале пересесть на 20-й автобус, а до бани довезут маршрутки номер 26 и 26К.